Врач рекомендует снотворное. В неделю. Для дома, для семьи. Сядь. Скажи все-таки, что у тебя с рукой? Поскользнулся, упал, закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс. Это я уже слышала. Не надо меня щадить. Пусть самое страшное, но правда. Говори, что у тебя с рукой. Я и говорю. Шел по улице, поскользнулся. Ну, вот. Не умеешь ты врать, Сеня. Я знаю, что у тебя там. Кто тебе сказал? У тебя там не закрытый перелом. А что? Что у тебя там? Золото, бриллиант. Брось эти шуточки. У тебя там не закрытый, а открытый перелом. Пошли спать.